К другим новостям. С 14 мая на 5 дней чебоксарцы останутся без горячего водоснабжения. Это плановое мероприятие коммунальных технологий. Жителям столицы придется пережить дополнительные хлопоты. Горячую воду в России ближе к лету отключают каждый год, но привыкнуть к этому все же сложно. С 14 мая горячую воду отключат во всех районах города. Подавать ее начнут с 16 по 18 мая. Отключение связано с проведением гидравлических испытаний магистральных и квартальных трубопроводов, тепловых сетей по контурам ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и двух котельных. В администрации Чебоксар сообщили, что в ходе подготовки к следующему отопительному сезону планируется капитально отремонтировать более 9 километров тепловых сетей, 17 котлов, 20 секций подогревателей, 10 насосов и 25 технических сооружений. В целом в городе к осенне-зимнему сезону предполагается подготовить более 300 километров тепловых сетей. Поэтому летом чебоксарцам еще на 2 недели придется остаться без горячей воды. В каждом районе города воду будут отключать в разное время, сообщают РИА Новости. Татьяна Трофимова, Республика.